Все армянские пленные возвращены в Армению, заявление Солтана Мамедова в Ереване. Позиция Азербайджана полностью соответствует международному праву. Урегулирование конфликта осуществлялось в соответствии с международным правом и международно признанными границами Азербайджана. Как передает Дэй? Эйзи со ссылкой на тренд. Об этом заявил депутат Мили Меджлиса, парламент, Азербайджана Салтан Мамедов, выступая на заседании Комитета парламентской ассамблеи, по Евронест в Ереване. По его словам, конфликта больше нет, и Азербайджан создал новые реалии в регионе, которые поддерживаются Европой. Рад, что международные организации выступают за партнерство и сотрудничество в регионе. Мы готовы использовать все международные площадки для установления мира в регионе. Выдвигается много обвинений по поводу пленных и культурного наследия на освобожденных территориях Азербайджана. Хочу довести до вашего сведения, что все пленные возвращены в Армению. По окончании конфликта Азербайджан заявил о готовности делимитации и демаркации границы с Арменией. Открытие коммуникаций между двумя странами принесет мир и безопасность в регион. Что касается претензий, связанных с культурным наследием, то Азербайджан открыт для международного мониторинга и оценки. Около 4000 азербайджанцев пропали без вести во время Первой Карабахской войны, и до сих пор нет никакой информации об их судьбах, добавил депутат.